прямые телефонные линии, словно диалог прямого действия, позволяют специалистам быстро реагировать и объяснять механизм разрешения той или иной ситуации. Как правило, к нотариусам обращаются по вопросам удостоверения, завещания и доверенностей, распоряжения имуществом. Наиболее частый вопрос – оформление наследственных прав. Это самая объемная тема. Чтобы нотариус дал четкую и подробную консультацию, нужно собрать много информации. Пользуясь случаем, рассказать, каким образом можно принять наследство, не обратившись непосредственно к нотариусу. То есть наследство необходимо принять в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя, и заявление о принятии наследства можно написать в простой письменной форме и направить в нотариальную контору, там, где будет открыто наследственное дело. Нотариус открывает наследственное дело, пишет наследнику извещение о том, что получено заявление, и все необходимые сведения, которые необходимо предоставить, тоже указывает в этом извещении. То есть срок уже не пропущен. Дальше необходимо будет, конечно, подавать заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, но это уже можно сделать в любое удобное время по истечении 6 месяцев. Параллельно с прямой телефонной линией председатель Брестской областной нотариальной палаты Анжела Горгун провела и личный прием граждан. Этот способ взаимодействия с населением был и остается наиболее эффективным. Личный прием, конечно, он более эффективен, потому что когда ты непосредственно разговариваешь с гражданином, видишь его, больше задаешь ему вопросов, потому что телефон – это есть телефон. Все равно это эффект, конечно, другой. И здесь больше вопросов, больше информации ты получаешь, а, соответственно, более точную консультацию можно предоставить. 2 июля нотариусы Брестского нотариального округа будут проводить благотворительную акцию, посвященную Дню независимости. Способов связи два. Можно прийти на личный прием, либо же получить удаленную консультацию бесплатно.